Друзья, доброе субботнее. Я же вам не показала, что мы купили в Бубульгуме. Вот показываю. Так, мы купили вот такие брюки Дамиру. Брюки ему идеально подошли. Не первый раз мы берем эту фирму, Лэнсон. Мы покупаем и брюки, и рубашки этой фирмы. Обалденная. И этот, жилетка у него тоже этой фирмы. Вот такая вот вещица. Интересно, что там. Так, еще у нас тут, ну это не Дамиру, естественно, вот такая вот косметика детская. Здесь вот в таком чехле находятся крема, шиммер крем и лип-глосс, бальзамы для губ. Идем дальше. Взяли водичку. Часто такую берем. Ему удобнее ее открывать, потому что иногда вода закручивается, бутылка слишком сильная, ему тяжело ее открывать. Мне самой иногда тяжело открывать воду обычно. Так, ага, здесь у нас майка на физкультуру. Он вырос. И прошлая майка была на него совсем и так впритык. Больше размеров не было. В прошлый раз мы покупали майку в Family Shop. Сейчас мы взяли вот такую майку на физкультуру. К спорту готовы, написано. Правда, написано фуфайка детская. Вы знаете, для меня это футболка. Футболка на физкультуру белая. Для меня это не фуфайка. Для меня фуфайка — это когда папа приходит с работы, когда он работал, ну, рабочим, да, там, в агроспецмонтажнике, он работал электриком. И вот когда он там работал, например, с мазутой, еще с чем-то, он приходил домой в куртке, которая была в мазуте, она была такая вот, ну, грязная, потому что это рабочая куртка была, он приходил домой, переодевался и... Сори, мне просто позвонили. И для меня это была фуфайка. А это не фуфайка, это футболка, блин, белая. Рабочая куртка папы в мазуте — это фуфайка. Это воспоминание детства. Это, блин, белая футболка. Задрали все обзывать фуфайками. Моя серая пайта, в которой я сейчас нахожусь, и которую вы уже видели 350 раз, которая, блин, по колено, ее тоже почему-то называют фуфайкой. Все, блин, фуфайки в последнее время. Водолазки, на водолазках часто вижу. Ну ладно, уже гольфик, но фуфайка. Хотя слово гольфик я услышала впервые в 18 лет. Я сейчас, блин, перезванивать буду. Это сквиши. Это такая штука, типа антистресс, ее типа мять тут надо, но этим уже будет Дамир заниматься. Там мне так объяснили, почему, ну, антистресс, ладно, сквиши. Какое-то новое слово прям для меня. Это как фуфайка, водолазка, футболка, наверное, вот так и сквиши. И вот такое.